Чё это такое? Это чё, нормально, что ли? Я не знаю. Это, короче, Рошан в прошлой игре остался и стакнули Рошана. Почему их два штуки? Это нормально вообще, Дота? Два Рошана. Очуметь. Ну, я не знаю. Ну, типа, как в профессиональном матче может быть вот такое? Даже сами проигроки такие, чё? Два Рошана, ребят. С нулевой минуты их два. А представьте, если был бы такой драфт, где вы с нулевой минуты, типа, берете такой драфт, где вы, типа, забираете Рошанов. А, хотя с двумя Рошанами это бы вряд ли сработало, потому что одного-то убивают тяжко, а вот с двумя Рошанами, ну, не знаю, может быть, и двух Рошанов реально забирать. Ну, как это? Два Рошана. Серьезно? И, типа, это что, это пофиксит, не пофиксит? Вот, по сути, вот даже победа в этой карте, кто бы в ней не победил, она, мне кажется, она, как бы, не до конца честная победа, да? Потому что, хотя, по-моему, этого Рошана должны забирать вроде как не Овны, а, скорее всего, Яху. Ну вот, они выходят с Рошана, и сюда сейчас пойдут дефать этого Рошана, опять же, коллектив Яху. Эта версия Dota 2, два Рошана. Охренеть. Просто. Не слушайте, там один Рошан. Да-да-да-да-да. Сейчас увидишь. Там два Рошана стоит. Неужели там не было видно сейчас по хитпоинтам то, что там два Рошана стоит? Так, ну вот, ну вот. Сейчас надо посмотреть, где будут забирать этого Рошана все-таки. Они же его будут забирать? Вот, сейчас видно, вот они, два Рошана стоят. Два Рошана, ё-моё! Так, ну сейчас Марси убьют, Террорблейд выживает. А, Террорблейда там за... А, это иллюзия была. Вот они, два Рошана. Два Рошана, Фурион прилетает сюда, мой спирит врывается неплохо. Тут же пытался выхукать, вроде бы Фурион удается выхукать, но он выхукал по итогу свою смерть. И Террорблейд заходит свой спиритом и забирает Рошанов. Один Аегис достается Террорблейду, и второй Аегис... А у второго Рошана нет Аегиса! А второй Рошан бомжару без Аегиса. Но, тем не менее, он есть. Это плюс экспа, это плюс бабки. Охренеть. Дота 2 бета.